Российская газета сегодня опубликовала рейтинг регионов по оплате взносов за капитальный ремонт жилых домов. В целом ситуация улучшается. Россияне стали исправнее платить за капремонт. Взносы отчисляют на 5% больше жителей страны, чем в 2014-м. Однако многие регионы Сибири в числе аутсайдеров. В Новосибирской области деньги на капитальный ремонт жилья перечисляют меньше половины жителей. Схожая ситуация в Красноярском и Забайкальском краях. Здесь платят менее 40% населения. Чуть лучше показатель – около 50% в Омской и Кемеровской областях. А вот в Алтайском крае и Республике Алтай жители более ответственны. Взносы на капремонт здесь оплачивают более 70% жителей.